Действительно, брестским аграриям все под силу. Их не проймешь ни затяжными зимами, с обильными мартовскими снегами, ни весенней распутицей с апрельскими ливнями и июльской тропической жарой. Уже более 1 000 000 тонн зерна в закрома положено. Работа на полях продолжается. Планку в 1 100 000 тонн зерна Брещина преодолеет спокойно. Человеческий фактор отработал полностью. Мы положили в землю то, что надо, нам бы позволило в этом году получить примерно 1 300 000 400 000 тонн зерна. Но поздняя зима или весна со снегом огромным, потом трехнедельные досадки и ходила вода полностью по полям, она сыграла свою роль, и поэтому площадя не дали той дачи, на которую мы рассчитывали. Ну, я еще раз хочу сказать, даже несмотря на это, примерно 1 100 000 тонн зерна у нас будет колосовых по области. Это, я считаю, неплохо. Средняя урожайность по региону более 33 центнеров с гектара. Аграрии рассчитывают завершить уборку зерновых культур в оптимальные сроки. У нас уже закономерность, которую не надо уже доказывать. Мы в Брестской области всегда получаем зерна колосовых более 1 000 000. 1 100 000 – это для нас считается уже низкая планка, потому что в прошлом году было более 1 300 000 тонн. Насколько это даст нам возможность, чтобы мы обеспечили себя зерном, и в том числе и животноводство, и людей, и так далее, то я должен сказать, что тот недобор, который у нас будет по этому году в плане колосовых зерновых культур, мы, я думаю, доберем немножко по зернам кукурузы, потому что кукуруза в этом году, то, что посеяно зерно, очень хорошее, она озерненная, початки выполнены. Для этого есть необходимая техническая возможность. Значительно обновился парк комбайнов, решены вопросы по обеспечению топливом. Никаких сдерживающих факторов нет. На роду с заготовкой уже силоса мы начинаем посев зимы рапса. Вот. Мы начинаем уже тут подготовку почвы к зимому севу, поэтому все идет системно, все идет в плановом порядке, и я не вижу каких-то проблем больших у нас в области по вопросу ведения сельскохозяйственных работ. Об этом сегодня на селекторном совещании с руководителями районов и сельхозорганизацией области вел разговор губернатор Брещина Константин Сумар. Были рассмотрены вопросы завершения уборки зерновых и зернобобовых культур, выполнения госзаказа по сдаче масла, семян рапса и продовольственного зерна, подготовки к севу озимых культур урожая 2014 года, уборки кукурузы, а также ряд вопросов, касающихся производства животноводческой продукции.